This conference will now be recorded. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Приветствуем вас на нашем вечернем мастер-классе. Это у нас традиционные мероприятия. Мы их проводим для всех желающих, для тех, кому интересна какая-то тема. В данном случае не совсем у нас стандартный будет формат, потому что, по сути дела, заявлена тема для абсолютно нового курса, который у нас только запускается, и в этой связи, поскольку наши семинары проводятся для тех, кто у нас уже либо обучался, либо собирается обучаться, либо просто для людей, которые более-менее знакомы с нашими программами, в данном случае никакого базового, скажем так, подвода к этой теме нету. По сути дела, я буду пробовать стартовать такую очень широкую тему, как вообще криптовалюты, криптоэкономика, блокчейн и все с этим связано, и как в этом разобраться. Это, в общем-то, довольно распространенное явление. Я имею в виду такой вопрос среди широкого круга даже технических специалистов, которые просто с этой нишей, с этим сегментом не сталкивались. У многих возникает вопрос, зачем это вообще нужно ли это в целом. Многие слышали про разного рода биткоины и так далее, и это сейчас все чаще в новостном фоне мелькает, поэтому больше в настоящий момент, наверное, неразберихи. Очень много мнений формируется на основе именно понимания того, что биткоин у нас там падает, то ли он растет, что это какой-то скам, несерьезность или еще что-то около этого мелькает в информационном поле. И в совокупности, с моей точки зрения, это требует некоторой расстановки акцентов, чем мы как раз сегодня и займемся. И я попробую на достаточно простом, очень базовом уровне ответить на этот вопрос, который у нас заявлен в нашем семинаре. И с другой стороны, как и всегда, мы попробуем ответить на ваши вопросы. Вопросы, как всегда, для них будет выделено время в конце нашего мероприятия. Формат у нас 45-минутный, времени относительно немного, так что я постараюсь быть достаточно кратким, но при этом все-таки охватить те основные вот моменты, которые требуются современному человеку для того, чтобы не отстать, для того, чтобы от этих технологий совершенно не отстать, для того, чтобы быть в контексте того, что сейчас происходит. А происходит в реальности довольно серьезные изменения парадигмы социального устройства. То есть я вот прям такими высокопарными философскими концептами буду сейчас изъясняться, и это не преувеличение, это действительно объективность. Она просто очень немногими в настоящий момент осознается. И вот как раз думаю, что здесь мы сейчас начнем этот разговор о том, почему это настолько важно, почему это настолько серьезно изменит ближайший мир в ближайшее время. И если у кого-то есть трансляция, плюсик, пожалуйста, поставьте. Хотелось бы понимать, у всех ли есть звук, трансляция, видео. Благодарю, вижу плюсики. Да, это значит, если у кого-то трансляции нету, спасибо большое. Значит, проверяйте соединение, проверяйте канал, включены ли у вас все кнопочки в GoToMeeting. Ну, а я начинаю. Меня зовут Яков Михайлович, я преподаю в центре специалист при МГТУ Баумана уже почти 10 лет. Я довольно большой спектр курсов веду, и в том числе являюсь создателем и владельцем своего диджитал-агентства, параллельно имею довольно большой опыт в трейдинге, в рынке. И, соответственно, криптовалюты – это то, что достаточно давно мною отслеживается. И вот, собственно, этот курс явился результатом довольно такого большого опыта работы с этими финансовыми инструментами. Будем их так называть, хотя это, конечно, очень серьезная условность. Это как раз один из камней преткновения. Называть ли их активами, финансовыми инструментами, собственностью или чем-то еще. Это сейчас как раз поле работы юристов. Наш центр, специалист, который я упомянул, уже больше 30 лет на рынке, уже больше 35 тысяч корпоративных клиентов, больше 1 300 000 выпускников и огромное количество курсов на все аспекты технологий. То есть, естественно, что в основном мы концентрируемся на технологических каких-то направлениях. И в данном случае как раз совершенно не случайно этот курс появился в нашем ряду курсов, потому что в первую очередь мы хотим смотреть на это именно как на технологии. Сразу хочу сказать, для тех, кто, возможно, имеет, скажем так, взгляд исключительно с точки зрения финансов на эту тему, мы несколько, естественно, от этого абстрагируемся, поскольку все-таки финансовыми советами занимаются в других местах, в других организациях. Мы именно рассматриваем технологии, учим разбираться в них, учим инструментам работы с этими технологиями и показываем, как их применять в жизни, как они меняют жизнь людей, надеемся к лучшему. Хотя, кстати говоря, это бывает не всегда. Итак, если очень кратко, то давайте попробуем в формате в большей степени такого философского дискурса, наверное, поговорим сначала о том, что из себя представляет наш современный нам социум, как мы привыкли жить, что такое современный мир с точки зрения определенных областей человеческой деятельности. Да, мы наверняка прекрасно сейчас себя идентифицируем как граждане каких-то стран. Ну, хотим мы этого или нет, мы являемся гражданами каких-то стран. Естественно, в этих странах есть какие-то правительства, государственные какие-то системы управления. Мы являемся почти все с определенного возраста, имеем право голоса, мы участвуем в разного рода выборах всех уровней, всех направлений. В рамках государственного устройства у нас везде есть некие фиатные валюты. Под фиатными валютами мы понимаем те валюты, которые выпускаются государственными банками, печатными станками, да, если это наличные деньги или безналичные деньги, то там не менее интересный печатный станок. И все они принадлежат каким-то определенным структурам, которые ассоциируются с государством. Естественно, базовый фундаментал, на который опираются финансовые структуры государственные, это банки, это центральные банки, ФРС и так далее. Да? То есть в разных государствах разные структуры, но они являются опорными точками. У фиатных финансовых инструментов всегда, ну, во всяком случае, в последнее время мы наблюдаем инфляционные процессы, то есть это некая данность, которую мы видим в реальности. У нас есть всегда в доступе, в открытом, данные по официальной инфляции, у нас всегда есть в кармане кошелек, и мы знаем, какова инфляция на самом деле, и она, как правило, никогда не совпадает с официальной. Например, американская официальная инфляция в настоящий момент для доллара на уровне 5% заявляется. Неофициальные данные показывают, или, во всяком случае, так говорят очень большое количество специалистов, называют цифру 15–20%, и это для доллара. И, естественно, все остальные валюты в мире тоже не лишены этого приятного бонуса. Банки, которые выдают кредиты, сейчас это все более и более популярная тема, у людей появилась кредитная история, во всяком случае у нас относительно недавно, в вклады в банках, естественно, дают какие-то определенные процентные начисления, возможно, но которые никогда инфляцию не покрывают. Естественно, есть налоги, и мы все знаем эту веселую историю о том, что кроме смерти и налогов ничего более стабильного и неизменного в мире нету. Налоги – это способ, соответственно, государству обеспечить свои расходы. Мы, граждане, естественно, платим эти налоги. У нас есть какие-то права собственности на собственность, она подтверждается государственными органами, есть определенные структуры, которые ведут реестры этих прав собственности. На финансовом рынке присутствуют какие-то биржи, которые работают с акциями, с деривативами, с электронными версиями этих артефактов, этих активов, фьючерсы, опционы и так далее. И все это в некотором роде централизовано, хотя некоторая глобализация сейчас наблюдается, и все это то, в чем мы сейчас живем. И этот мир, он нам более-менее понятен, в нем, конечно, очень много вопросов для рядового гражданина, как он функционирует, на каких принципах, тут очень много копий ломается, но сейчас я больше хотел бы сказать не об этом. Этот мир мы более-менее знаем, во всяком случае мы с ним постоянно сталкиваемся, мы в нем живем, и, собственно говоря, мне в первую очередь хотелось бы сказать о чем. Действительно ли это такая незыблемая конструкция, будет ли в таком виде мир, который мы знаем, существовать еще достаточно долго? Вопрос очень риторический, очень открытый, много фантастов нам уже об этом рассказало, во всяком случае попыток предсказать будущее было много, и там этот мир очень сильно меняется, как правило, во всех этих предсказаниях. И мне бы хотелось вот как раз на этот вопрос посмотреть с такой точки зрения. Уже более 10 лет, многие, кстати говоря, не в курсе, уже более 10 лет существует альтернативная версия всего того, о чем я сейчас сказал. Это может казаться достаточно, ну, скажем так, гиперболизированным. Это может казаться не совсем реальным или плодом фантазии, но в реальности, которую мы уже в настоящий момент в технологиях видим, мы уже больше 10 лет живем в присутствии и в развитии технологии блокчейн. И в первую очередь говорить надо о ней, и именно о ней я как раз бы и хотел построить наш разговор. Почему? Потому что, судя по всем данным, которые есть у нас сейчас в настоящий момент, мы видим, что та парадигма устройства социума, которая была перечислена в том числе мною чуть раньше, она меняется. Она меняется кардинально и будет изменена в ближайшее время. И эти сроки, они, понятно, прогнозировать никто не возьмется, но они достаточно сжатые. Если раньше мы думали, ну, до моей-то старости я точно этого не увижу. В данном случае можно говорить о том, что, скорее всего, в течение 5-10 лет наверняка это будет очень и очень серьезно менять нашу жизнь. Кстати говоря, блокчейн, да, вот, собственно, мы к этому слову и приехали. И вот как только говоришь блокчейн, начинаешь общаться с людьми, которые далеки от технологий, обычно им представляется это довольно сложной какой-то конструкцией и довольно пугающей. И на самом деле это совершенно неверное восприятие. Дело в том, что блокчейн – это очень простая вещь, критично простая. Конечно, внутри нее, если говорить с точки зрения разработчиков, есть очень много интересных и абсолютно нетривиальных и очень много гениальных решений. Но с точки зрения все-таки прагматика простого, который с ней сталкивается в реальной жизни, она очень простая, и как раз вот с нее бы я хотел начать, потому что, как я сказал раньше, именно она приведет к тому, что наш принцип жизни, наши принципы жизни, которые нам хорошо знакомы сейчас, наверняка будут изменяться и очень кардинально в ближайшее время, причем мы не знаем, в какую сторону и каким образом, но мы точно знаем, что с момента, когда эта технология появилась и стала возможной для использования в широком круге, скажем так, жизненных каких-то подходов, мы уже теперь не можем утверждать ничего стопроцентно. Кстати говоря, например, даже кто ее придумал, эту технологию, кто ее разработал, на эту тему даже ведутся споры. Я больше сейчас говорю про технологию больше финансовую, когда блокчейн применили к финансовым инструментам. Понятно, сама технология, идея блокчейна появилась очень давно, задолго до возникновения компьютерной эры, но, повторюсь, в широком спектре применения она стала теперь доступна нам только вот совсем недавно. Некоторые, кстати говоря, источники говорят о том, что разработчиками блокчейна, блокчейн-технологии в финансовой сфере были какие-то некие тайные надправительственные структуры, любители, соответственно, теории заговора, например, да. Некоторые говорят, что это были наркокартели, которым необходимо было организовать передачу, пересылку финансов по всему миру таким образом, чтобы это было не подконтрольно госструктурам. Кто-то говорит, что это были какие-то фанаты, которые, соответственно, простые люди, которые просто насмотрелись на эту вот багнутую систему, она их очень сильно утомила, и они решили полностью ее перекроить. Во всяком случае, один из наиболее ярких представителей блокчейна, да, это биткоин, как раз именно, судя по всему, кем-то из этих и был людей создан. Но нам важно не это. Нам важно не то, кто был у основ. Он появился. Он, кстати говоря, это спорный момент, потому что блокчейн по-русски говорят чаще всего он, хотя в переводе с английского это означает цепочка блоков, и поэтому говорить надо она, потому что цепочка, а не цепочка. Так что опять проблема перевода с английского языка и здесь тоже присутствует, как верно говорить, пока еще никто не разобрался, наверняка чуть позже потом как-то это все устаканится, но он уже существует, и эта система, она меняет нашу жизнь. Life-changing technologies. Во всех англоязычных источниках блокчейн-технология названа именно этим термином. Это технология, которая меняет принципы жизни людей. Довольно пугающая штука в этом смысле, поскольку, опять же, все знают, что изменения – это довольно всегда болезненный процесс. Никто обычно не радуется изменениям, ну, кроме идиотов, наверное, потому что все более-менее вменяемые люди понимают, что любые изменения приносят, помимо позитивных моментов, очень много и негативных моментов. Поэтому любые изменения – это всегда вызов какой-то, это всегда очень сложный процесс. Итак, блокчейн – это у нас реестр записей о чем угодно. Точка. В принципе, большего нам даже знать не надо, и для того, чтобы понимать принципы работы этой системы. Единственное, что можно добавить, которое нельзя изменить. Реестр записей о чем угодно, который нельзя изменить. Вот, собственно, и все, что такое блокчейн. Просто это сделано в виде компьютерной технологии, которая позволяет, по сути дела, создавать некий леджер, да, то есть, или, ну, как ее еще часто переводят, бухгалтерскую книгу, или по-русски еще проще реестр, это список, набор записей, в которых фиксируется любой факт, любая информация, при этом фиксируется таким образом, что ты никогда не можешь изменить то, что было зафиксировано до этого. Требуется довольно серьезное время на размышления насчет того, насколько это определение простое, и вместе с тем, насколько оно гениальное, и вместе с тем, насколько оно фундаментальное, и насколько оно меняет кардинально, реально, практически все в нашей окружающей жизни. Точнее, может изменить. Еще пока не меняет, оно пока применяется только в определенных, достаточно узких сферах, но потенциально меняет все. Кстати говоря, в этом реестре никто не запрещает вам добавлять новые записи, естественно, но удалить старые вы не можете. И как у любой технологии, То есть это определение. Как у любой технологии, у нее есть требования определенные. Чтобы она появилась, чтобы она функционировала и развивалась, необходимо электричество. Пока у нас оно есть, кстати говоря, далеко не везде. Например, в Ейске его сейчас подключают каждые 2 часа, например, и его нету часто по суткам. Будем так говорить, курортный город, да? Но в мире все-таки, слава богу, с электричеством более-менее стабильно пока. Компьютерные вычислительные мощности. Тоже с этим вроде как пока проблем особых нету. У нас IT-технологии, компьютерные технологии на пике развития и новые совершенно уникальные решения на пороге. Интернет-сеть. Ну, собственно, без нее, конечно, ничего невозможно в данном контексте. Вот и все. То есть формально, если что-то из этого выпадает из, собственно, из нашего социума, то вся эта технология накрывается медным тазом, называется это АНС. То есть все, приплыли. И поэтому нужно помнить о чем? О том, что формально, конечно, у этой технологии есть риски, и они могут быть очень существенными. Но до тех пор, пока эти 3 кита, на которых стоит блокчейн, существуют, мы можем говорить о том, что это незыблемая структура. В качестве примера, если бы мы попробовали размышлять о блокчейне в категориях «если бы», то если бы мы вспомнили с вами нашу историю, которую мы знаем, историю нашего человечества, то, к сожалению, я думаю, все догадываются, что в этой истории, во-первых, много пробелов, во-вторых, в этом всем очень большое количество пятен. И, кроме того, она очень сильно переписана определенными заинтересованными персонами. Да? Поэтому, если бы у нас был блокчейн истории, истории человечества, то в этом случае мы бы могли со стопроцентной уверенностью утверждать, что, соответственно, например, построили Санкт-Петербург или его откопали все-таки, да, как говорят некоторые энтузиасты, мы бы знали, кто строил эти самые пирамиды по всему миру и не только в Египте. Почему их так много в Китае, например, мы бы знали, сколько цивилизаций вообще жило на нашей земле и так далее. К сожалению, ничего из этого у нас нету, потому что эта технология появилась в контексте этих 3 базовых китов всего лишь относительно недавно, как я уже говорил, несколько больше 10 лет назад. Но теперь она есть. И где ее сейчас мы можем чаще всего увидеть? Где она может применяться и чаще всего сейчас уже применяется? Это, во-первых, электронные реестры чего бы то ни было. Например, кадастровые реестры, реестры недвижимости, реестры прав на недвижимость, реестры держателей акций, плательщиков, например, допустим, энергосбывающих компаний. Это могли бы быть реестры платежей, каких-то медицинских карт. Кстати говоря, именно в медицине блокчейн-технологии сейчас наиболее активно внедряют, где, собственно, будет электронная версия медицинской карты каждого человека. Именно там как раз эта технология, с той точки зрения, что она может содержать любое энное количество записей, при этом нельзя задним числом эти записи изменить. Это именно для этих реестров критично важно, чтобы они не подделывались, чтобы они не теряли информацию какую-то и так далее. Бухучет, вообще гениальное место для применения блокчейна, только без черной бухгалтерии, да, понятно, поэтому у нас, наверное, в этой сфере блокчейн мы не скоро увидим. Логистика, вся история отправок, получений, только без приписок, без поставок, без каких-то, опять же, серых схем. История всех каких-то списаний, поставок, складские запасы, расходы, чего угодно, на строительство, например, жилых комплексов и так далее. Бюджет, кстати говоря, включая государственный бюджет. Например, если бы у нас был блокчейн-бюджет, мы бы очень сильно, многие жители нашей страны удивились бы, да, когда бы мы узнали, куда на самом деле какие деньги поступают и куда они вдруг не поступают. Было бы очень интересно иметь блокчейн-бюджетом. Крайне интересно. Это было бы, наверное, даже, может быть, самому государству полезно. Может быть. Для управления блокчейн-системы можно применять для именно управления. Это системы голосований, причем они будут искренни, без возможности любых манипуляций, поскольку, повторяюсь, ключевое свойство блокчейн-технологии, ты не можешь изменить то, что было уже внесено туда. Поэтому любые изменения задним числом, они будут всегда явно видны. Система управления бизнесом, странами, активами, то есть государственное управление, распределение доходов среди держателей акций, например, ну и так далее и тому подобное. И управление, кстати говоря, подразумевает систему управления и способы, инструменты, инструментарии, системы, которые позволяют контролировать и управлять чем-либо, то есть, например, теми же корпорациями, государственного управления и так далее. То есть блокчейн-технологии именно в этих сферах могут быть абсолютно незаменимыми. И их отсутствие как раз-таки приводило и приводит до сих пор к очень большому количеству нарушений, злоупотреблений. И для построения третье. Это построение честных электронных финансовых систем, причем любого типа, закрытого, открытого, централизованных, децентрализованных, бирж, валют, акций, деривативов всех видов и сортов, с привязкой к фиатным средствам, без привязки, то есть абсолютно любых. Причем ключевое слово здесь честных электронных финансовых систем, в том смысле, что они опять же лишены таких распространенных проблем с других не блокчейн финансовых систем. Они, например, могут быть не инфляционными, допустим, и что уже, кстати, и реализовано, например, в том же самом всем хорошо известном биткоине и так далее. Вижу уже комментарии, спасибо, очень интересно. Да, из-за блокчейна Земля так и была бы плоской. Нет, речь идет не о том, что в блокчейн, соответственно, реестр будет заноситься вся ахинея. Конечно, хотелось бы, чтобы туда заносились какие-то факты. Но, с другой стороны, даже неверный факт какой-то, например, занесенный в блокчейн, повторяюсь, никто не мешает внести в блокчейн новый факт, то есть добавить новую запись, которая, в свою очередь, будет вносить, не менять сам факт того, что 400 лет назад люди считали, что Земля стоит на 3 слонах. Ну, ладно, не 400 лет, а 4000 лет назад, допустим, да? Этот факт как раз был бы зафиксирован в блокчейне, и мы бы знали прекрасно, что там 4000 лет назад люди считали Землю такой-то, а вот спустя, соответственно, там 4000 лет, в 1961 там, году, да, какой он был, люди вдруг вот вышли в космос и узнали, что вот она наконец-то круглая, и новая запись попала бы в блокчейн, и мы бы, соответственно, как, например, историки, мы бы знали, а вот как развивались взгляды людей относительно, соответственно, устройства мира. И для нас, соответственно, важно было бы отслеживать этот процесс, эти изменения. И в блокчейне это бы все было бы зафиксировано. Но понятно, что мы сейчас, этот пример я привел из категории «если бы», конечно, этого не будет уже. Хотя, тем не менее, вот с настоящего момента, когда эти технологии уже теперь нам доступны, возможно, стоит подумать о том, чтобы в научных, ну, опять же, конечно, там это уже применяется, но в научных целях, например, регистрировать такие факты можно было бы, я уж не говорю про ту же историю. Итак, ну, конечно, есть и сейчас. Уже сейчас я об этом и хочу сказать, что технология уже очень и очень широко начинает внедряться в нашу жизнь. Мы пока еще можем этого не замечать, мы пока еще можем не совсем осознавать, насколько она life-changing. но это именно то, что происходит. И, кстати говоря, я бы хотел, может быть, какие-нибудь идеи у вас услышать, может быть, кто-то еще мог бы привести пример сфер, где вот такая технология могла бы применяться в нашей реальной жизни, помимо того, что я перечислил, может, у кого есть еще какие-то идеи, было бы интересно. Да, уже пишут, спрашивают прогноз по цене на биткоин. Да, я уже говорил о том, что финансовые советы – это не тема ни нашего курса, ни нашего семинара. Для этого лучше обращаться к финансовым специалистам. Кстати, где их найти – большой вопрос. Почему-то, как только обращаешься к любым финансовым специалистам, они вдруг говорят: дисклеймер, не финансовый совет. И сразу возникает вопрос, а где же тогда финансовые советы брать? Кто имеет право вносить изменения? В блокчейн запись ведется с помощью консенсуса. То есть вносить изменения имеет право консенсус. Очень уникальная такая позиция. То есть консенсус – это когда все заинтересованные стороны согласны с тем, что эта запись верна. Причем консенсус, у него есть определенные правила, и они построены на, соответственно, технологиях математических, на фундаментальных математических крипто и других технологиях. Подробнее мы это все, понятно, разберем не сейчас, но я уверяю вас, что это не примитив. То есть фактически надо понимать сразу, что технология разработана людьми, которые, ну, не знаю, наверное, может быть, опередили свое время. Это были очень серьезные математики, и разрабатывалась она очень много лет, и задолго до возникновения компьютеров на Земле. И другой вопрос, что это просто теперь, благодаря компьютерам и интернету, можно внедрить практически в каждый холодильник. Но сама идея ее, она уже давным-давно продумана и разработана, и у нее за больше, чем уже 10 лет, например, существования того же биткоина, предположим, и нескольких тысяч других криптовалют, нету, эта технология никак себя не дискредитировала. То есть существуют, конечно, способы, например, мы их разберем, и о них я даже сегодня чуть-чуть скажу. Это, например, отключить электричество, да, как ее можно навернуть, но, тем не менее, сама по себе она математически абсолютно надежна. Где хранится этот реестр? Это распределенная электронная база, которая хранится на огромном количестве устройств, подключенных к сети интернет. То есть физически не хранится ни на одном конкретном компьютере. Хотя, конечно, если технологию использовать для конкретных каких-то задач, предположим, какой-то отдельной компании или отдельного какого-то государства, ну или там, в конце концов, даже человека, она может храниться на каком-то отдельном электронном устройстве. Но в этом случае, понятное дело, у нее есть огромный риск, что ее можно просто потерять. Когда это распределенная система, то в этом случае потеря одного узла этой системы не приводит к катастрофическим последствиям. Поэтому во всех случаях, когда создается блокчейн-сеть, она обязательно поддерживается распределенной сетью компьютеров, которые подключены через интернет в различных местах. Да, и, соответственно, вот когда я размышлял на тему блокчейна, то у меня одна из самых первых мыслей, которые пришли в голову о примере реализации блокчейн-сети в реальном нашем мире. Да, действительно, ДНК, вот уже многие пишут. Павел спрашивает, если одно из этих устройств распределенных, оно пропадает навсегда, это вообще никаким образом не влияет на саму сеть и на записи, потому что если это распределенная сеть, то на каждом устройстве этой распределенной сети хранится полный экземпляр всех записей блокчейна. Таким образом, вылетание, соответственно, любого узла, оно как таковое не влияет на саму запись, ну, сам реестр, он сохраняется. Как и у любых компьютерных технологий, здесь, повторяюсь, есть риски, но в настоящий момент, например, у того же биткоина инстансы или, ну, скажем так, вот записи, да, биткоина, они хранятся на десятках миллионов устройств. И если, например, кто-то захочет сейчас взять и стереть историю биткоина, например, то ему придется сильно запариться, но если, конечно, это не будет какая-нибудь ядерная война или что-нибудь там фундаментально форс-мажорное, то найти эти 10 миллионов устройств до тех пор, пока хотя бы одно устройство хранит полную запись, полный реестр, мы будем считать, что он существует и он не утерян. Но это все, вот, понятное дело, риски, о чем я уже и говорил, поэтому мы должны помнить о том, что технология сама по себе идеально интересная, но у нее есть определенные риски. Это тоже необходимо осознавать, особенно когда речь идет о финансовых каких-то системах, которые строятся на основе блокчейна. Если речь идет о медицинских системах, то есть те же медицинские карты, например, не дай бог, и если это не будет распределенная система, то потеря сети блокчейн, сети медицинских записей может привести к потере истории, соответственно, всех пациентов. Алексей спрашивает, как определить, какая цепочка ценная, какая нет. Подробнее сейчас мы, к сожалению, не сможем разобрать этот момент, но действительно в этом и заключается сама суть работы консенсуса в сети блокчейн. Каким образом именно происходит процесс подтверждения верных и неверных записей, а именно консенсусом это происходит. Это реализовано математической моделью, и подробнее, более подробно мы это, конечно, разберем на курсе. Сейчас просто лимит времени нам не позволит это сделать. Вот еще одну проблему озвучил Артур, совершенно правильно, о ней у меня будет слайд чуть дальше. Это еще одна проблема, на самом деле, наверное, и основная, и финальная из всех перечисленных. Это что будет, если контроль над сетью захватит один человек. На самом деле, по статистике, не нужно захватывать полный контроль над блокчейн-сетью, достаточно завладеть 51% вычислительных мощностей сети, опять же, компьютерных мощностей, и, собственно, ты можешь стать фактически владельцем сети, и ты можешь получить возможность за счет преобладания над другими участниками сети диктовать свои условия, то есть вносить в этот реестр записи, которые не соответствуют действительности, поскольку консенсус в данном случае тобою будет давиться, ты будешь преобладать, и, соответственно, те записи, которые будут тебя устраивать, владельца этих 51%, те и будут вноситься в блокчейн. Это как раз проблема также решается, она опять же имеет математическое выражение, если кому-то более интересно познакомиться именно с математическим моделированием работы сетей блокчейн, то есть такой раздел математики, это называется теория игр, и именно это математическая наука. У нас есть очень известный, очень такой авторитетный специалист в этой области, можете на YouTube его найти, который очень по-русски и нормальным абсолютно языком он рассказывает очень интересно все это для широкого круга заинтересованных лиц. Поэтому решение у этого есть. Да, где получить информацию о том, как сделать майнинговую ферму? Понятно, на YouTube, это лучший канал, источник информации. Мы, кстати, в рамках курса коснемся темы майнинга обязательно, без него невозможно существование большого количества блокчейн-сетей сейчас в настоящий момент, и это многим может приносить какие-то, пусть и небольшие, но дивиденды, в том числе даже обычным пользователям компьютеров, у которых достаточно вычислительных мощностей на компьютере, в первую очередь видеокарт, мы это обязательно коснемся, но все-таки, конечно, полноценное создание майнинговых ферм – это вопрос несколько более широкий, чем вопросы семинара и нашего курса, хотя ваш интерес мне понятен. У меня у самого парочка фирм есть, так что я представляю себе масштаб бедствия, и поэтому не могу сказать, что это просто описать, где их взять. Итак, вернусь назад. Дезоксирибонуклеиновая кислота – это макромолекула, обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение, реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов. Такое определение дает нам Википедия. И эта молекула хранит биологическую информацию в виде генетического кода, состоящего из последовательности нуклеотидов. Таким образом, по сути дела, мы можем представить себе ДНК как некую блокчейн-сеть, в которую невозможно внести изменения в предыдущие записи. То есть все, человек родился, он получил какой-то ДНК набор хромосом, все, они зафиксированы, могут происходить мутации в течение жизни, это уже ученые сейчас доказали, да, но они могут происходить в результате там определенных процессов и очень непростые эти мутации. Но, как правило, основная мутация, которая возможна, и она происходит, это в момент появления нового человека. Эти мутации очень незначительны, но они позволяют в том числе отслеживать, например, возраст, например, вида, там, генеалогию, рассчитывать очень большое количество показателей. Это очень интересная, кстати, тема ДНК-генеалогия, и она как раз базируется на принципах работы ДНК, который, по сути дела, именно является природным форматом блокчейн-сети. Но в настоящий момент мы можем, уже имеем, и они реализованы и работают, совершенно разные блокчейн-сети, которые позволяют эмулировать, реализовывать или фактически полноценно запускать функции правительств, функции государственного управления. Поскольку я чуть раньше уже говорил, что блокчейн-сеть – это один из инструментов построения голосования, построения выборов, построения механизмов принятия решений. Это децентрализованная основа финансовой системы, то есть децентрализованная – это значит, она не принадлежит кому-то конкретно, какому-то отдельному человеку, конкретной организации, ФРС, чему-то еще. Это криптовалюты, которые являются самостоятельными абсолютно активами, которые не имеют инфляции, многие из них, они выпускаются с помощью технологий майнинга или стейкинга, разные способы есть для этого, и, кстати говоря, технологии стейкинга не требуют вычислительных мощностей серьезных, например, и именно на эти технологии в ближайшее время весь мир криптовалют переходит постепенно, плавно, и возможно, что в ближайшее время как раз-таки перейдет. Это любые автономные децентрализованные организации, кредитные системы, электронные кредитные истории, которые существуют в параллельном мире, в параллельной вселенной с теми кредитными историями, которые мы знаем в банковской системе. Это те же технологии стейкинга, которые позволяют фактически получать доходы от своих активов, как вклады. Это, собственно, собственность и регистрация прав на собственность в любом виде, включая, кстати говоря, предметы искусства. Сейчас тема NFT, наверняка многие слышали эту аббревиатуру, очень активно обсуждается все. Больше музыкантов, деятелей культуры и науки, используя блокчейн, регистрируют права, авторские права, в том числе на свои произведения, и потом продавать их еще умудряются. У этой технологии пока очень много к ней вопросов, И она на самом деле пока вызывает больше вопросов, нежели чем ответов, но мы уже знаем примеры, когда за десятки миллионов долларов продавали NFT-ассеты, да, активы, NFT-монеты, какие-то баскетболисты или деятели культуры и искусства. Да, Алексей Саватеев, абсолютно верно, Алексей написал про математика нашего, да, который как раз получил очень много премий по теории игр. Можете найти его в интернете, очень интересный человек, у него очень много действительно роликов на YouTube, крайне рекомендую познакомиться с ним, в том числе традиционные задачи византийских генералов и так далее, на базе которых построены блокчейн сети, ну, как раз решаются и решены были именно в этой области математики. Все это уже есть, все это уже функционирует, все это можно использовать и уже используется. И по факту это существует параллельно с нынешними текущими системами. То есть с теми, о которых я говорил в самом начале, к которым мы привыкли. И по факту мы живем в тот самый переломный момент, 10 лет пока это еще недостаточный период, конечно, для того, чтобы мы могли уже утверждать о том, что какая-то из этих систем побеждает, но очевидно, что вторая, построенная на основе блокчейна, она как минимум начинает пока параллельно существовать с первой основной, и постепенно у них идет борьба, и постепенно мы наблюдаем, что все-таки новая технология очень-очень по многим аспектам выигрывает у первой. Во всяком случае, у нее значительно меньше багов. Они тоже есть, они тоже присутствуют, и я уже примеры их приводил, тех главных рисков, которые существуют у блокчейн-сетей. Но мы не знаем, куда это все выльется. Мы, по сути дела, уже имеем сейчас альтернативную версию всего устройства социума, которое нам известно. И оно просто пока еще не стало основным. Но никто не знает, к чему это придет, и вполне возможно, что это станет именно тем мейнстримом, с которым мы сейчас знакомы. Задача современного человека – это подготовиться к этим изменениям, понимать эти изменения, участвовать в этих изменениях, выбрать какую-то сторону, знать о плюсах и минусах обеих этих систем. Никто не знает, повторяюсь, где, в каких сферах победит блокчейн, где, в каких сферах он не сможет занять никаких позиций, но однозначно и точно мы с ним обязательно, каждый человек, живущий на Земле, вступит так или иначе в соприкосновение, во взаимодействие. Если кто-то следит внимательно за развитием событий в мире, то, например, вы знаете, что буквально месяц назад в Сальвадоре официально биткоин, например, признан официальной национальной валютой, допустим, да, это был первый пример, когда страна, кстати говоря, не имеющая абсолютно своей валюты, то есть у них не было своей валюты, у них валюта была американский доллар, единственная официальная валюта, и они в качестве альтернативы приняли, это было принято решением правительства, президент подписал это решение. Сейчас идет процедура внедрения инструментария использования биткоин-платежей везде на всех уровнях. Государство каждому подключающемуся к этой сети выделяет $30, там, соответственно, есть определенные стимулирующие инструменты для этих целей. Так что будем говорить так, что мы пока видим только первые примеры, первые такие ласточки, и у них не все идет гладко, но кто знает, куда это все вырулит. Спрашивают, при включении межгосударственных фаерволов может блокчейн прерваться или нарушиться? Нет, к сожалению, или к счастью, но никакими фаерволами решить эту проблему нельзя. Ну, то есть проблема распространения блокчейн-сетей. То есть, если мы, допустим, предполагаем, что Китай, например, свой великий китайский фаервол включит, то все, что произойдет максимум, это то, что конкретно у человека, который находится внутри Китая, не будет возможности соединиться с блокчейн-сетью, которая находится вовне Китая. В настоящий момент вычислительные мощности основные из Китая переехали, и поэтому 51%, соответственно, мощностей они захватить не могут. И, собственно, все, что им останется, просто, к сожалению, не иметь доступа к этим данным, к этой сети. Но, опять же, фаерволы, вы знаете, пока еще, ну, мы видели массу примеров, на 100%, конечно, ничего не блокирует. Поэтому всегда есть какие-то обходные пути, которые позволят установить какие-то VPN-соединения с основной блокчейн-сетью для тех, кому это нужно будет. И это максимум, чем закончится. История с блокированием Телеграма и так далее, всем нам хорошо известно, и чем все это заканчивается тоже. В любом случае, это может создать определенные препятствия. На экране вы видите те термины, которые сейчас уже вокруг блокчейн-сетей сформировались, и это далеко не полный перечень, это облако тегов, которые просто наиболее часто используются людьми в поиске. И мы видим, что это огромное количество терминов, огромное количество понятий, которые пришли в нашу жизнь. Я предполагаю, что надолго, если не произойдет какого-то ахтунга. И, соответственно, человек, который желает как бы не потеряться в этом будущем ближайшем, он обязательно должен с этими понятиями знакомиться, как минимум разбираться на уровне хотя бы пользователя, чем мы как раз и будем стараться заниматься на наших курсах. Если говорить про финансовые инструменты, то криптоассеты, по-английски, да, это активы. Вы видите на экране пример того, что сейчас происходит в этой сфере. Это огромное количество, это далеко не полный перечень инструментов, активов, которые сейчас применяются, используются, развиваются. Они все имеют свои какие-то особенности, каждый из этих инструментов. А здесь, повторяюсь, всего лишь 100 их, а на самом деле их сейчас уже больше 4 или даже еще больше 1000. Как в этом всем мире разобраться, разновидности этих ассетов, какие-то из них... В общем, у них огромное количество отличий, у каждого свои особенности. Как вы видите, они все по-разному торгуются, у каждого есть какие-то плюсы, у каждого есть какие-то минусы, за каждым стоят какие-то либо организации, либо они решают какие-то задачи, какие-то из них созданы для болельщиков, например, для того, чтобы болельщики могли влиять на... Вот, кстати, я вспомнил еще один пример реального применения блокчейн-систем, это когда клубы болельщиков имеют право голоса в, соответственно, управлении футбольными и другими клубами. Например, один из таких активов сейчас очень популярен, который как раз для этих целей был создан. В Испании очень активное сообщество футбольных болельщиков, и они хотели активно принимать участие в управлении футбольными клубами, за которые они болеют. И был такой создан блокчейн-сеть, в которой появился свой внутренний актив, с помощью которого можно проводить голосование, собственно, процессы управления и так далее. Облако тегов криптокарренси. Термин криптокарренси – это криптовалюты. Еще не менее, соответственно, широкий, чем все, что связано с блокчейн-технологиями. Мы видим с вами огромное количество своих внутренних терминов, которые также могут захлестнуть начинающего человека, который не может в этом разобраться сходу и, естественно, отпугивает. С моей точки зрения, ничего совершенно страшного в всех этих терминах нет. Все эти термины очень легко объясняются. Они все имеют параллели в нашем реальном современном финансовом мире. И, кроме того, естественно, что вот этим всем запутанностью, вот этой неосведомленностью людей активно пользуется огромное количество скамеров, пирамидщиков, хакеров, кидал разного рода. Они, естественно, создают и активы какие-то свои фейковые, и используют разного рода технологии, опять же, для того, чтобы обманом вымогать или там каким-то другим образом отбирать ресурсы и активы. И, опять же, необходима некая финансовая грамотность в этой сфере, если вы хотите быть защищенными. Используя эти технологии, нужно учитывать огромное количество нюансов, связанных с тем, что это нерегулируемая в настоящий момент сфера. Вы знаете, что в России принят закон о криптоактивах с этого года, с 1 января. Этот закон принят. Было большое количество встреч юристов, на которых обсуждались правоприменительная практика применения этого закона, и пока ни одного внятного ответа ни у кого еще пока не сформировалось. Закон есть, из него следует только одно пока, что в России нельзя официальные платежи проводить с помощью криптоактивов, официально, да, опять же, то есть, грубо говоря, магазин не имеет права продавать за криптоактивы свои товары, официально, опять же, повторяюсь. И это пока единственное, что всем понятно, но никому не понятно, соответственно, ни как это кто контролирует, ни что за это кому будет, и при каких случаях что-то будет. Так что мы пока еще находимся буквально вот в начальной стадии, но, повторяюсь, сам факт того, что закон уже принят, и его правоприменительная практика формируется, это уже говорит о том, что уже даже государственные структуры заметили серьезное влияние этого сегмента соответственно, вообще на финансовую структуру страны. И то же самое сделано, естественно, в большинстве других стран. А в некоторых, как я уже говорил, пошли по другому пути, сделали наоборот криптоактивы основной финансовой валюты, как тот же пример Сальвадора, и на его, опять же, практике сейчас несколько других стран готовятся сделать то же самое. Так что очень интересные времена. В связи с этим законом вопрос, могут ли отследить занятия майнингом, и если да, то как от этого уйти? Абсолютно никаким образом занятие майнингом не наказуемо в настоящий момент. По этому закону наказуемым является уклонение от налогов, что, собственно говоря, и все ожидали. Таким образом, вопрос не в том, майнишь ты или нет, это никаким образом не наказуемо, если ты ничего не нарушаешь, имеется в виду, например, если ты не воруешь электричество или еще что-нибудь такое не делаешь. Наказуется, если ты заработанные этим способом деньги выводишь в черную и не платишь с этого налоги, с дохода. Вот это вот факт реально преследуемый. Вопрос, опять же, никто пока не понимает, как это преследуется и каким образом госорганы будут это все делать. Все это пока под вопросом, но закон уже есть. Таким образом, если ты, например, заработал на майнинге, там, кстати, цифра называлась до 600 тысяч, вообще из категории пока еще не находится не под присмотром, да, налоговых органов. Если ты заработал больше, то если ты ИП, если ты их вывел на свой счет ИП и заплатил с них 6%, все, ты официальный белый человек, к тебе вообще никто не докопается, ты представишь официальные документы, банковские о том, что деньги тебе на счет в банке поступили и что ты с них 6% уплатил, и спи спокойно, вообще тебя никто не тронет, будет у тебя 20 миллиардов, 30 миллиардов денег, там, неважно, это вообще ни на что не влияет. То есть закон, он не запрещает использовать криптоактивы, не запрещает их, собственно, владеть ими, не запрещает с помощью их что-то делать, но вот официальные платежи, да. Кстати, еще один тоже очень вопрос, скажем так, частый, и это так называемые государственные цифровые валюты. Все знают, что Китай сейчас активно развивает свою программу по созданию цифрового юаня и многие другие, и цифровой рубль, кстати говоря, к сентябрю официально заявлено будет запущен. Об этом, обо всем мы тоже подробно будем говорить в рамках курса. Сейчас времени недостаточно, но я могу вкратце сказать, что очень важно не путать цифровые рубли и цифровые юани с криптоактивами. Они не имеют ничего общего. Это, к сожалению, специальная обманка, которая запускается в новостной фон для того, чтобы смутить людей, которые не понимают ничего в этой технологии. Никакого отношения ни крипторубль, ни криптоюань не имеет к криптовалютам. Это совершенно другой класс активов. CBDC, что ли, да, как-то называется, у них есть официальное название. И на самом деле в реальном мире уже давно существуют все эти активы, только реально выступая, имея статус именно криптоактивов. То есть криптодоллар есть уже давным-давно, его не надо запускать, он уже функционирует, слава богу, 10 лет, если не больше. Причем в разных видах. То же самое можно говорить и про любые другие активы, которые просто сейчас менее популярны, поскольку доллар является основной резервной мировой валютой, поэтому все версии в крипте, они привязаны именно к нему. Но, то есть, я не удивлюсь, если у нас очередную разработают программу по разработке крипторубля, потом просто знающие люди освоят несколько десятков миллиардов долларов, а просто возьмут на GitHub, скачают, собственно, open-source давным-давно всем знакомые решения и просто в нем поменяют слово доллар на рубль и продадут это все. В общем, не путаем это все. Криптофермы, кстати, Китай не закрыл. Китай борется с своими проблемами, у них очень тяжелое загрязнение во многих регионах, ввиду в первую очередь того, что у них очень развиты угольные шахты. И, собственно, они пытаются всеми способами уменьшить энергопотребление для того, чтобы угольные шахты постепенно закрывать, постепенно снижать их производительность, чтобы снизить выбросы в атмосферу, потому что в Пекине, как вы знаете, уже лет, опять же, 10 ходят люди в масках, и смоги и так далее. Это огромная экологическая проблема. И, собственно, Китай не пытается бороться с майнерами, они борются именно с загрязнением в первую очередь. ЦБ анонсировал разработку цифрового рубля, как я и сказал уже. Там просто два человека зайдут на GitHub, скачают исходный код цифрового доллара, да, криптодоллара, назовут это, поменяют слово доллар на рубль, и потом 10 миллиардов долларов попросят за разработку этой технологии. Итак, электричество, компьютеры и сеть интернет станут недоступны. Это первый и главный риск у этой технологии. Второй – это если контроль над блокчейн-сетью перейдет под управление какого-то одного лица, юридического или физического, это не важно. То есть 51% всей сети попадает под не руки, у этой сети начинается проблема. И эти риски возможны, и, собственно говоря, именно с ними как раз все разработчики блокчейн-сетей активно работают, борются, решается это разными способами. Сейчас я на этом акцентироваться не буду, время нашей встречи уже заканчивается. Я лишь подытожу, и в частности мы подготовили курс, на котором мы как раз будем регистрировать, использовать кошельки с помощью компьютера, с помощью смартфона. Разберем, какие кошельки существуют, каких видов, как открывать криптосчета разными способами. Все это официально не запрещено, повторяюсь, никаких ограничений здесь не существует. Выводить средства в рамках нашего законодательства, я, конечно, имею в виду это. Выводить средства, конвертировать средства, регистрироваться на биржах, защищать криптосредства. Как я уже говорил, очень большое количество скама в этой сфере, поэтому защита своих активов – это… Причем, поскольку это нерегулируемая сфера, пока я повторюсь, что закон пока еще, к сожалению, не может защитить владельца криптоактивов. То есть, если у тебя, например, какие-нибудь криптоактивы были украдены, биржа каким-то образом, соскамилось или что-то еще произошло, ты в настоящий момент пока не можешь пойти в суд, подать заявление, соответственно, и попросить государственные судебные органы о защите своих активов. Это можно сделать, но при одном условии, что ты эти активы каким-либо образом задекларировал первоначально, и пока опять никто не понимает еще, как это сделать, то есть каким образом суд будет принимать декларацию криптоактивов, это тоже вопрос, который сейчас находится в стадии разработки. Но, повторяюсь, закон принят полгода назад всего лишь, так что я думаю, что в ближайший год-два все эти аспекты будут прорабатываться, и наверняка какая-то нормативная база на эту тему будет сформирована. Но, во всяком случае, пока то, что мы видим в российском нашем законотворчестве, криптоактивы не являются запретной сферой, и, повторяюсь, запрещается только получать доход без оплаты налогов. Это единственное. Итак, будем знакомиться с холодными кошельками, будем знакомиться с технологиями майнинга и стейкинга, будем, соответственно, стараться побольше уделять времени практике, благо возможность такая есть, все современные инструменты работы с криптоактивами, они доступны, они открыты, они open-source, практически огромное количество бесплатных инструментов, ни за что не надо платить, кроме как за, естественно, приобретение каких-то активов. И поэтому все это можно делать. Специалисты, которые этими знаниями обладают, сейчас все больше и больше востребованы. Кроме того, это, как мне кажется, все более и более становится важным для вообще любого рядового пользователя сети интернет, для любого человека. И используют сейчас в основном эти полученные знания по криптоактивам, по блокчейн-сетям, во-первых, для построения своих каких-то личных финансовых стратегий, для того, чтобы, во-первых, использовать это в бизнесе, пока, правда, с ограничениями, с учетом всех ограничений законодательства текущего, использования этих сетей как платежных средств, опять же, с учетом законодательства, для инвестиций, поскольку блокчейн, сети не имеют ограничений, любой человек, находясь в России, может инвестировать в активы, которые находятся в США, в Японии, в Европе, где угодно. То есть у блокчейн-технологий нет границ. Для контроля за финансовыми трендами мировыми это очень и очень важный элемент такой. И для создания ферм, для того, чтобы добывать криптоактивы, для того, чтобы стейкать их, да, для того, чтобы получать, извлекать какую-то, конечно, доходность из этого. Но, повторяюсь, финансовые здесь советы у нас будут отсутствовать. Мы никаким образом не связаны ни с какими банковскими финансовыми стратегиями и так далее. Мы будем разбирать технологии, инструменты, технологии, мы будем говорить о том, как они работают, как они используются, а уже каким образом вы будете применять эти инструменты, это уже будет ваш выбор на ваше усмотрение. И на этом, собственно, я завершаю основную часть нашего курса. Хочу сразу сказать, что у нас уже давно, несколько лет уже есть специализированный, сертифицированный курс, который называется Certified Blockchain Professional. Этот курс был разработан для специалистов, инженеров, IT-специалистов, предпринимателей, для бизнесов, которые хотят блокчейн-технологии внедрить в свои какие-то продукты, в свои какие-то решения, в бизнес-процессы, в IT-инфраструктуру и так далее. Этот курс позволяет подготовиться к сертификации, которая называется блокчейн-профессионал. Эта сертификация нужна тем людям, которые хотят использовать полученные знания, соответственно, уже применяя в каких-то бизнес-решениях. И вот наш курс, он как раз будет у нас предтечей, он будет перед стоять этим курсом для сертифицированных блокчейн-профессионалов. Он будет направлен на уже не на специалистов, а на очень широкий круг людей без очень глубокой технической подготовки. Он будет вводным курсом как раз. Многие, даже IT-специалисты, чтобы войти в этот мир, даже обладая широким кругом технических знаний, к сожалению, сталкиваются с таким огромным спектром новых терминов, новых понятий, абсолютно новых каких-то инструментов освоить, которые требуется огромное время. Поэтому даже будучи специалистом, инженером экстра-класса, не меньше месяца, двух-трех у человека уходит на то, чтобы разобраться, что и как работает в этом мире. А мир, кстати, функционирует и работает прекрасно, в нем все нормально. В нем есть, конечно, скам, есть какие-то взлеты и падения, но основа, она уже давным-давно отработана, как я уже говорил, она доказала свою эффективность. Не существует стопроцентно надежных способов, как ее хакнуть. Она хакали ее уже огромное количество раз, попытки предпринимали самого разного характера. Были проблемы, но они всегда были связаны с людьми, а не с технологией. То есть сама по себе технология себя уже давно защитила, и уже нет ни у кого сомнений в том, что она способна выдерживать любые нагрузки, любые атаки, и, соответственно, этот курс у нас будет как раз помогать людям войти в эту сферу, войти в этот набор терминологий, инструментов, для того, чтобы потом уже не тратя время на освоение всех этих моментов, не наступая на грабли, которые, кстати, которых очень много разбросано по этому пути, идти дальше. Всем людям, аналитикам, финансистам, владельцам бизнеса, экономистам, инвесторам, кстати, стартаперам, сейчас огромное количество стартапов начинают внедрять технологии блокчейн в игры, используя внутриигровые валюты, используя системы рекомендательные какие-то и многое-многое-многое другое. Фрилансеры, криптоэнтузиасты, появилась такая категория пользователей. Мы разберем криптокошельки, финансовые сети, блокчейн-сети, криптоактивы всех видов, биржи, фьючерсы, которые используются на криптобиржах, вклады, то есть стейкинг, кредитные системы, работающие на основе блокчейн-сетей, смарт-контракты, майнинг и другие технологии и понятия. В нашем случае у нас много практики, курс будет однодневный, но полностью базироваться будет на практике. И в нашем курсе, как я уже много раз повторялся, не будут даваться финансовые советы, прогнозы по курсу доллара, прогнозы по курсу биткоина. Все это вы можете найти у ведущих собаководов на рынке, которые все почему-то вдруг, как только ты у них спрашиваешь, это финансовый совет, вдруг резко начинают говорить, что нет, конечно же. И мы не проплачены компаниями, мы рассказываем о технологиях все так, как оно есть, без прикрас, называя все своими именами. У нас нет никакой заинтересованности в том, чтобы продвигать какие-то отдельные решения, чтобы топить за какие-нибудь отдельные инструменты. Мы стараемся абсолютно непредвзято подходить к выбору всего, что есть на рынке. И у нас есть требуемая подготовка к этому курсу. Нужно все-таки, в отличие от большинства других курсов, знать на очень хорошем уровне компьютер. Не на уровне базовой компьютерной подготовки, а на уровне установки программ эксплуатации компьютера на Windows или на, как минимум, ну, или на, соответственно, там, на Mac, например, и работа с, соответственно, интернетом. Эта подготовка легко проверяется, у нас есть бесплатное тестирование, ссылочка на него есть у нас на сайте, на странице нашего курса, так что вы можете найти ее непосредственно на сайте, а я просто скину ее в чат для тех, кому вдруг, может быть, будет интересно. Курс у нас будет внутри цепочки курсов по экономике, поскольку в большей степени это это явление находится на стыке между именно технологиями и, в первую очередь, экономикой. Хотя еще раз хочу напомнить, что далеко не только финансовые способы есть использования есть у блокчейна. И на этом я сегодня завершаю нашу основную часть. У нас будет ближайший курс 1 августа в воскресенье. Все, у кого есть время, желание погрузиться в эту тему, познакомиться с ней, всем, кому это нужно по работе или для своего собственного финансового развития, для развития своих стратегий, для того, чтобы познакомиться с этой нишей, попробовать ее, стартовать. Мы вас ждем. На этом все. Готов ответить на оставшиеся вопросы. Если кому-то, у кого-то есть вопросы по этим будущим курсам, вы их можете задать по телефонам или непосредственно по e-mail мне. Да, ссылку на курс я только что сбросил. Вот она уже есть. Еще раз повторюсь на всякий случай. Спрашивает Алексей, что дополнительного есть в курсе Certified Blockchain Professional. Там как раз уже рассматриваются вопросы построения своих собственных блокчейн-сетей. Вот это уже принципиально другая история. Это не про то, как использовать имеющиеся существующие блокчейн-сети. Это про то, как строить свои собственные. И вот это, наверное, может быть для многих очень интересно. Для бизнесов, для госорганов, для любых организаций, где вы заметили, увидели, хотя бы, может быть, по моему рассказу, технология блокчейн может применяться. Вот именно для них, для этих людей этот курс. Я повторяюсь, это курс следующий, второй, тот, который будет после вот этого нашего вводного, который уже готовит к сертификации как блокчейн-профессионал. Вот как раз Алексей спрашивает, можно ли создать свою блокчейн-сеть. Да, конечно, вот об этом как раз и будет курс Certified Blockchain Professional. Но очень рекомендуем, если вы не владеете всем тем массивом информации, который я перечислил в рамках вот этой своей речи, то лучше, конечно, сначала пройти этот курс. Он позволит вам подготовиться полноценно. У нас есть уже такие примеры, когда люди приходили на Certified Blockchain Professional, не понимая, ни что такое кошелек, никакие они бывают, ни что такое ассет, чем он отличается от монеты. Ну, в общем, ничего не понимая. И, конечно, для них, ну, а там сразу начинают учить создавать свои собственные блокчейн-сети, то есть этого бэкграунда недостаточно. Нужно вот этот вводный курс. Да, ссылаются у нас, вот я читаю вопросы на Эльвиру Набиуллину, которая у нас много раз меняла свое мнение. Мы все знаем, что в 2019 году она могла говорить одно, в 2020 она будет говорить другое, в 2021 году она скажет совершенно третье. И это понятно, она занимает такую позицию, ей нужно каждый раз переобуваться. Поэтому не стоит серьезно к этому относиться. Кстати, есть определенные такие точки зрения о том, что все это навернется, скоро медным тазом закроют весь этот блокчейн. Ну, как вы, наверное, я думаю, поняли из того, что я перечислил, из того, что я рассказал. Нет, блокчейн не накроется, нет, его не закроют, это точно. Вопрос в том, как это будет развиваться и в какие сферы повернет, и будут ли существовать те способы его применения, которые сейчас существуют, наверное, да, неизвестно. То есть может как угодно развернуться ситуация. Но, собственно говоря, с технологией как таковой и с инструментарием, который на этой технологии построен, все будет хорошо. Никуда ничего не денется, никуда ничего не накроется, не волнуйтесь. Ни в каком Китае ничего конкретно там не запретили, кроме, ну, повторяюсь, борьбы с совершенно другими вещами. И так далее и тому подобное. Ну, еще раз напомню, что как только вы услышите термины крипторубль или криптоюань, или криптоевро, или крипто еще что-нибудь, помните, что это полная профанация, что это никакого отношения к криптоактивам не имеет. А то, что ЦБ анонсировал разработку цифрового рубля, да, он его не только анонсировал, они уже даже назначили даты, по-моему, сентябрь или октябрь, уже должны официально какие-то предварительные результаты быть. Как минимум до конца этого года, к декабрю этого года мы ожидаем уже, ну, как минимум каких-то осязаемых результатов. То же самое, повторяюсь, уже давно, кстати, делает Китай, многие другие государства, но... Еще раз хочу вас предостеречь, это несколько другой класс активов. Это Central Bank Digital Assets, CBDA, да, как-то так, по-моему, он сокращается. И это не совсем то, очень сильно не совсем то, о чем вообще весь блокчейн и криптовалюта. Курс можно найти, вот сейчас я еще раз по этой ссылочке его открою. А, сори, это путеводитель по курсу, извиняюсь, сейчас я точно... Вот он, криптоэкономика, введение в мир криптовалют и далее всего. Сейчас я еще раз скопирую ссылку, теперь уже на полный курс. Извиняюсь, что сначала этого не сделал. Да, вот Ирина пишет, что там приставка крипто переводится как защищенный. Ну, то есть это как раз и есть профанация, потому что термин крипто означает совершенно другое. Ну, во всяком случае, в том контексте, в котором мы уже теперь уже привыкли понимать этот термин. То есть он уже должен означать именно ассеты, то есть активы, работающие на основе технологии блокчейн. И скорее все-таки имеющие либо децентрализацию, либо не привязанные к каким-то... Ну, единым центром эмиссии. Ну, в общем, это уже более подробно позже. Итак, вот этот курс. Сети, ERC-20, TRC-20, Omnisеть, Algorand и так далее. Все основные действующие Binance сети и так далее. Криптокошельки, майнинг криптовалютах на видеокартах. Мы поговорим, ну, попробуем, покажу, как это настраивается, как даже будучи владельцем одной, но более-менее мощной видеокарты, начать на ней зарабатывать. Пусть и небольшие деньги на одной карте, понятное дело, ты не заработаешь огромных состояний, но тем не менее, как использовать стейкинг, это когда ты вкладываешь средства в, соответственно, сбережения или в, соответственно, ну, термин, к сожалению, стейкинг не переводится, как сбережение, у него очень много различных значений. Ты можешь выступать, опять же, майнером или замещающим функцию майнера человеком, который вкладывается в эти цифровые активы с целью получения дохода от поддержания сети. То есть, собственно, на чем зарабатывает майнер? На поддержании сети, на майнинге. Это, майнинг – это и есть процедура поддержания работоспособности блокчейн-сети. Только это можно выполнять с помощью компьютерных вычислительных мощностей. То есть, например, имея компьютер с очень мощной видеокартой или имея майнинговую ферму. Или это можно делать совершенно другим образом, вкладывая какие-то финансовые средства, например, стейкая их, резервируя их в блокчейн-сети и получая право на управление этой сетью, в обмен на риск потерять все вложенные средства, если ты начнешь махинировать. Очень интересный способ, тоже в настоящий момент финансовый способ. Мы тут ничего не советуем, но мы разбираем саму технологию. Еще раз повторяюсь, мы знакомимся с технологиями, с инструментами. Куча производных от криптовалют, включая, кстати говоря, вот эти все криптоюани и крипторубли. Обязательно об этом поговорим, почему они не являются производными от криптовалют. Криптобиржи как инструментарий, во-первых, и обмена, и торговли, и депозитов. Как вообще в этот криптомир попасть, как туда войти, как оттуда выйти, что очень важно, кстати. Как за криптовалюту производить покупки. Повторяюсь, в России, в законодательстве российском сейчас запрещена продажа товаров или услуг за криптоактивы, но это не запрещено во множестве других стран. Есть огромное количество регионов, где официальные интернет-магазины продают, собственно, товары за эти активы и так далее. А все, что будет в этом курсе, это будет из личного опыта исключительно, потому что информацию просто так из YouTube взять этого недостаточно, потому что в YouTube, к сожалению, так много скама, да, опять же, потому что никогда невозможно понять, что ты слушаешь в YouTube, ты можешь это понять спустя год. То есть вот ты слушаешь, сейчас тебе кажется, что люди тебе на YouTube рассказывают какую-то действительно ценную информацию, которая имеет под собой основание. Через год, когда ты в этой области более-менее пообтесался, ты вдруг начинаешь понимать, все то, что тебе рассказывали эти самые уважаемые люди, они на самом деле это делали для того, чтобы заработать себе денег, а для тебя надо было рассказывать на самом деле совсем другое. Так что именно это как раз и есть основа курса, это и опыт, естественно, и это далеко не та информация, которую можно прочитать в Википедии, потому что сама по себе она, к сожалению, в этой сфере сейчас, особенно там, где очень многое постоянно меняется, она либо неверна, либо устарела, либо явно обманным образом продвигается, точнее, продвигается прямым образом, но она в основе содержит явный обман. Ну а книги по этой теме, к сожалению, не посоветую, потому что по блокчейну очень много литературы фундаментальной. Здесь я бы просто порекомендовал обратиться уже к открытым источникам. Но по вот инструментарию, криптоинструментарию, сейчас, в настоящий момент, актуальных книг нет. И у меня есть подозрение, что не будет. Повторюсь, причины очень сильная изменчивость этого сегмента технологий. Ирина спрашивает, воруют ли при майнинге пулы, по вашему мнению. Есть огромное количество тестов, которые можно посмотреть, вроде как относительно независимых, на которых люди проверяют заявленные пулами хэшрейты и реальные хэшрейты, которые, соответственно, попадают в сеть. И действительно между ними есть определенный зазор, он очень небольшой, и разные пулы разные туда закладывают процент, но, как правило, им можно пренебречь, это очень незначительные цифры, во всяком случае, по тем данным, которые вот пытаются тестировать независимые в кавычках майнеры, но вроде как с более-менее подтвержденными данными, когда они реальные тесты, эксперименты проводят. Так что я не думаю, что на этом стоит очень сильно акцентировать внимание, хотя достаточно посмотреть несколько обзоров, чтобы выбрать, например, те пулы, которые, вроде бы как меньше это делают. При том, что понятно, что они умные люди, и они, очевидно, могут сегодня делать так, а завтра уже сделать так. Это всего лишь два нажатия кнопки мыши, и эти значения будут меняться. Причем существующие технологии машинного обучения могут это сделать так, что вообще никто это выявить не сможет. Таким образом, я не думаю, что стоит на этом особо акцентировать внимание. Вы все равно не сможете победить это явление, и вы не сможете проверить его, доказать, кто что ворует и сколько ворует с стопроцентной надежностью. Артур спрашивает, майнинг на видеокартах или на асиках. Нет, мы ближе к людям, к народу. Майнинг на асиках – это уже давно не, собственно, не инструмент для обычного пользователя. Асик-системы стоят от $10 000 и выше, и это уже, будем так говорить, для профессионалов. Профессионалам, я думаю, уже наш курс не нужен. Профессионалы – это те, кто имеет такие финансовые средства, и уже давно их наверняка вложили в этот майнинг и уже явно имеют большой опыт, им это необходимо, в этом необходимости нет. Спрашивают, при помощи данной технологии можно использовать при создании электронного государства? Об этом я и говорил. Об этом я и говорил. И именно это и создается. Именно это, собственно говоря, уже и заложено исходно. И мы пока не можем назвать конкретные примеры, где бы прямо именно функцию государства на себя блокчейн-сеть взяла. Но вообще... Ну, фарминг мы коснемся только очень косвенно, потому что это настолько рисковая вещь, что тут даже прям дисклеймеров ни финансовый совет не помогут, моя совесть не сможет спать спокойно, поэтому с фармингом мы, к сожалению, только как с термином, как с технологией, как с инструментом познакомился, но точно никаким образом использовать не будем. Поэтому использование технологий блокчейна для госуправления – это вполне, это уже полностью реализованная технология и вполне, возможно, будущее нашей реальности. Как блокчейн можно использовать дома прямо сейчас? Вот были перечислены, у меня был прям слайд на эту тему, как обычный человек для каких целей может начать использовать технологии блокчейн. Вот прям перечень, это краткий, далеко не полный перечень. Добавлю то, что я вспомнил по ходу, да, это, например, управлять своим футбольным клубом, допустим. И на самом деле таких примеров можно привести очень-очень много. Пишут, интересно, надо изучать. Да, действительно, с этой технологией точно стоит знакомиться. Вижу, что поток вопросов иссяк. Я постарался ответить практически на все. По-моему, мы почти ничего не пропустили. Поэтому, повторюсь, спасибо всем, кто принял участие в нашем этом семинаре. И ждем вас на курсе и на других наших мастер-классах. Не забывайте записываться в подвале на сайте «Специалист». Нужно найти ссылочку мастер-класса. Там очень много проходит таких мероприятий. Мы вас ждем. Благодарю всех и до встречи. Спасибо вам за участие.